Все, капец толстый. Просто ноги рука. Очень тяжело подобрать соперников таким звездам, как Елисей Шкутенко. Поэтому нам пришлось 18-летнего уже парня позвать для поединка с ним. Пара встречается впервые. Кощеев согласился на бой в последний момент. Поэтому нуждается в вашей поддержке оба бойца. На него смотри, а не в сторону. Итак, мы готовы объявить результаты этой встречи. Первый раунд, 2-я минута. Техническим нокаутом побеждает Елисей Шкутенко.